С тех пор, как в 13-м микрорайоне промышленного района Самара образовался общественный совет, житейские проблемы начали оперативно решаться. Просьбы и предложения жителей внимательно выслушивают на встречах, и делается все возможное, чтобы результаты работы были незамедлительны. Мы буквально 28-29 числа, был задан вопрос нам, у нас стоял пивной киоск, его демонтировали, а основание фундамента остался. Бетонированные эти столбы, мусора много. Жители с просьбой, кстати, обратились к нам в совет. И мы за 2 дня это все вывезли, убрали. 13-й микрорайон пока один из немногих в Самаре, жители которого приходят на встречи не только с жалобами, но и с благодарностью за выполненную работу. В большинстве дворов отремонтированы детские площадки, установлены ограждения палисадников. Внимание требуют внутриквартальные проезды. С этой просьбой горожане и обратились к совету в рамках проекта «На связи с губернатором». От проспекта Кирова до Нововокзальной очень плохая дорога, очень. Там столько бывает, много машин, потому что Московское шоссе сейчас запружено, и, понимаешь, так часто через наши ездят, дворы и прочее. И прилегающую территорию к нашим домам, вот к трем. На общественных слушаниях по вопросам благоустройства жителям обещали, что подрядная организация зайдет во дворы уже в конце июля, начале августа, и ремонт внутриквартальных дорог будет произведен. Марианна Мирная, Константин Головин. События.